من آيات ربهم إلا ربهم ينسلون. На протяжении почти 7 месяцев Тофик стремительно теряет вес. Его иммунитет практически на нуле. Его жизнь уже висит на волоске. И во время моей срочной поездки в марте 21 числа я увидела масштаб трагедии. Речь моего супруга была абсолютно бессвязна, заторможенная. У него не было сил ни стоять, ни сидеть, даже разговаривать. Вместе с адвокатом я стала стучаться во все двери. Просила всех, кто мало-помальски мог помочь в лечении Тофика. Давались анализы, делались обследования, насколько это было возможно. Мы так узнали, что его заболевание, оказывается, входит в список заболеваний, несовместимых с условиями тюрьмы, и поэтому мы подали ходатайство на рассмотрение его освобождения по болезни. Мы понимаем, что все от Аллаха, да, и все зависит только лишь от Аллаха. Мы уповаем на него, на его милость и помощь. Поэтому сегодня вместе с нами, с семьей Тофика Абдулгазиева, собрался наш джимат, наши соотечественники, чтобы обратиться за помощью ко Всевышнему. Собрались на дуа, попросить Аллаха о помощи и всех, кто может посодействовать тому, чтобы освободили моего брата, так как он находится в очень тяжелом состоянии, можно сказать, между жизнью и смертью, и в таком состоянии он не может находиться в зоне заключения. Сегодня мы собрались в семье Тофика Абдулгазиева, прочитали дуа за его освобождение. Собралось общество, собрался народ, женщины, мамы, все, кто хочет его освобождения. Мы знаем, что сегодня Тофик в критическом, тяжелом положении. Его болячки, его диагноз несовместим с жизнью. Я прошу всех, кто может помочь, кто компетентен это сделать, пожалуйста, спасите, помогите Тофика. Он действительно тяжело болен. Мы же, в свою очередь, как люди, просим Всевышнего Творца, чтобы он дал терпение его жене, терпение, красивое терпение окружающим, всем-всем, кто сочувствует. Сделайте что-нибудь, спасите нашего парня прекрасного, которого незаконно осудили, который незаконно находится в застенках этой тюрьмы. Мы все сочувствующие, поддерживающие эту семью, хотим сделать от себя зависящее, прочитать дуа в честь этого молодого прекрасного человека.